Главного конструктора Сергея Павловича Королева не стало 14 января 1966 года. Но этот жесткий и властный человек, честолюбие которого не таило ни для кого опасности, в воспоминаниях Бориса Чертока живет не только как главный. Черток благодарен Королеву за 1953 год. В газете «Правда» была статья о процессе о врачах. Вовсе и так далее, там и фамилии еврейские все. Я вот единственное, что я помню, мама говорит, это очень плохо. Валя, это сын, это очень плохо. Все. А чего плохо? Я не знал. Борис Евсеевич Черток остался в профессии благодаря Королеву. Кто-то как-то мне говорил, что Сергей Павлович как-то там пару раз где-то стукнул кулаком, не сметь трогать и не приближаться. Он все-таки обладал огромным авторитетом, царство ему небесное. Сергей Павлович. Ну вот это все во мне пробуждает, да, такие не просто ностальгические воспоминания о Королеве, а не какая-то такая теплая волна. Когда я о нем думаю и вспоминаю, меня просто, так сказать, к горлу подступает. В одном уж судьба точно была благосклонна к Королеву. Ему не пришлось хоронить космонавтов. Первую стыковку в космосе кораблей серии «Союз» планировал еще Королев. После его смерти состоялись три беспилотных пуска и три неудачи. Кремль настаивал на пилотируемом полете. «Рискните! Летчики десятками бьются, а вы за одного космонавта боитесь!» Возражения не принимались. Был в Кремле. У нашего бывшего ведущего конструктора Олега Генриховича Ивановского теперь там отдельный кабинет. Спрашивал о «Союзах». Я ответил, что без летно-конструкторских испытаний полеты «Союзов» невозможны. По внутриведомственным законам я не имел права высказывать мысли, не совпадающие с правительственным постановлением. Но Ивановский меня не выдал. Я не хочу сейчас это вспоминать, потому что могли быть такие вопросы, в которых я не мог помочь. Помочь не мог никто. Надвигался очередной юбилей Октябрьской революции. И подарком к празднику должна была стать стыковка космических кораблей «Союз-1» и «Союз-2». Однако подарка не получилось. Сразу после старта «Союза-1» стало понятно, что стыковка невозможна из-за серьезных конструкторских ошибок. Стали сводить корабль с орбиты. Но спастись космонавту не удалось. Командир корабля Владимир Комаров погиб во время посадки из-за отказа парашютной системы. Экипаж космического корабля «Союз-11» к старту готов. Командир экипажа, подполковник Добровольский. Полет ваш на корабле «Союз-11» разрешен. Желаю вам счастливого полета и успешного выполнения поставленной перед вами задачи. Космонавты Волков, Пацаев и Добровольский тоже погибли из-за политических амбиций. Двухместный «Союз» соревновался с трехместным американским «Аполлоном». Экипаж полетел без скафандров. Это тяжелое время для того же «Чертака». Я вот управлял многими пилотируемыми полетами. Я не помню случая, чтобы был полет и регулярно не приходил «Черток». И уж если возникает замечание, то тогда и дни, и ночи сидят там, и «Черток» сидит там. Во-первых, ищут причины, а во-вторых, ищут, как быть вот в этой новой ситуации. После смерти Королева Борис Черток поочередно становился заместителем сменявших друг друга главных и генеральных конструкторов Василия Мишина, Валентина Глушко и Юрия Семенова. Основной задачей Мишина как наследника Королева, безусловно, была высадка на Луну, программа N1L3. В США на решение такой же задачи бросили старого знакомого Бориса Чертока, бывшего пленного немца фон Брауна. В отсутствие Королева тот сразу стал фаворитом лунной гонки. Королева и фон Брауна сближало то, что созданные ими коллективы никогда не бросали своих руководителей в трудных ситуациях. Но похоже, что после смерти Королева ракетостроители из смежных КБ перестали считать лунную программу своей. Самую большую проблему для ракеты N1 –
создавали двигатели. Все испытания заканчивались взрывами. Надо было придумать систему, которая чувствовала бы назревающий взрыв и за доли секунды до него могла выключить двигатель. Это была задача для смежников. Чертов предложил ее Пелюгину. Мы посчитали, что это не наш профиль, мы не можем создать такую систему. Было такое предложение сделано в адрес Рязанцева. Рязанцев и тоже не взялся. И Чертову ничего не оставалось, а самому начать заниматься такой системой. И он ее разработал. Это система Орда. Но система КОРД не успела себя проявить. 20 июля 1969 года в разгар споров на очередном заседании аварийной комиссии по Н-1 пришло сообщение. Американцы на Луне. Программу Н-1 закрыли. Чертог сохранял невозмутимость. Дело в том, что отец, вот сам по себе, огромный самодостаточный корабль. То есть корабль как шел своим курсом, который проложен высоко сверху, он так и шел. Его так сделал Господь Бог, это точно. И та работа, та система, в которой он вырос. Американцы совершили еще 5 экспедиций на Луну, а потом потеряли к ней интерес. Советский Союз сосредоточился на создании орбитальных станций. Эта программа стала международной и живет по сей день. За стыковки с ДОСами, долговременными орбитальными станциями «Салют», отвечал коллектив Бориса Чертока. Проект считался надежным, но экспедиции на орбиту, и удачные, и неудачные, всегда проходили с большими рисками. Стыковка со станцией «Салют-3» вообще могла закончиться гибелью космонавтов. Катастрофа казалась неминуемой. «Союз-15» пронесся мимо станции на расстоянии всего 40 метров. Экипаж не понял, что вышла из строя система автоматического сближения и стыковки «Игла» и повторил смертельно опасный пролет мимо станции. После третьей попытки Земля приказала космонавтам Сарафанову и Демину возвращаться домой. Вскоре «Салют-3» свели с орбиты и утопили в Тихом океане. Есть подвод, есть механсоединение. На заседании аварийной комиссии, как водится, наказали виноватых. Чертог был знаменит тем, что одно время он получал выговоров в министерстве больше, чем кто-нибудь другой. Потому что объем работ был огромный. И когда где-то появлялось замечание, кто наказывался? Руководитель. Но он относился к этому философски. Приходил Новый год, все выговоры снимались. Команда Чертога в то время уже размышляла над новой идеей – организацией международных спасательных операций в космосе. Было предложено простое и остроумное решение – заменить стыковочную систему, известную в народе под названием «Папа-мама», на универсальный андрогинный узел. То есть это зеркальное отображение. И у них, и у нас одинаковые они должны быть, чтобы ты не думал, где мама, где папа, как стыковаться. Этот узел сделал возможной стыковку прежде несовместимых систем, не только технических, но и социальных. Если бы такую идею кто-то предложил в начале нашей космической гонки, его сочли бы сумасшедшим. Но факт остается фактом. В июле 1975 года на околоземной орбите вплотную подошли друг к другу две многотонные массы – советский корабль «Союз» и американский «Аполлон». Правда, из-за ухудшения отношений между двумя сверхдержавами следующая стыковка состоялась только через 20 лет, когда шаттл «Атлантис» сблизился со знаменитой советской станцией «Мир». Первый базовый блок станции «Мир» был запущен в феврале 1986 года. От «Чертога» потребовали гарантии, что система управления позволит станции продержаться на орбите 3 года. «Мир» продержался в 5 раз дольше. Это, между прочим, колоссальный успех в 20 веке космонавтики, работы, жизнедеятельности на станции 15 лет. И тут огромный вклад непосредственно Бориса Евсеевича Чертога.